Глубокая ночь. Золушка стирала свою одежду. Вон там висит, сохнет все. Нету здесь стиральной машинки и лаундри здесь нету. Я спустилась в офис, спросила у мальчика. Он говорит еле-еле по-английски. Он говорит мне, принеси мне там, я постираю. Я такая думаю, это как, ну там у меня нижняя одежда, там трусики, лифчики. Там маечки, вот тут же очень сильно жарко и полностью сразу здесь вот все пот. В общем, стирала сама. Отдыхаю на Бали. И сняла байк. Только это мотор-байк, когда он как похож на мотоциклет. Потому что настоящий бы байк я бы не удержала. Я и этот еле удержала и два раза с него свалилась. Но на третий раз поехала уже ровненько.